В Европе расширяется спецоперация по поиску боевиков, причастных к парижским терактам. Сегодня подключилась полиция Нидерландов. Выяснилось, координатор атак Салах Абдеслам часто приезжал в эту страну, его даже задерживали за наркотики. Не прекращаются обыски во Франции и Бельгии. Только за сутки в обеих странах задержано около 30 человек. Изъяты десятки единиц оружия. Также стало известно, что уничтожено в Сен-Дени предполагаемого организатора нападений Абауда. Спецслужбы вычислили благодаря телефону смертницы, которая взорвала себя во время спецоперации. Ее уже длительное время прослушивали, подозревая в связях с террористами. На этом фоне в Европе усиливают меры безопасности на внешних границах.